Всех приветствую. Сегодня мы запускаем на виртуальной машине AWS Transfer Learning Kit от NVIDIA. Для этого нам потребуется настроить инстанс на AWS, создать группу безопасности, выбрать регион, в котором есть доступные по цене, по скорости и по доступности GPU, то есть Tesla и другие карты с технологией Volta и другими технологиями, архитектурами, которые позволят нам использовать всю мощь Transfer Learning Kit от NVIDIA. Так, с чего начнем? Первое, с чего нужно начать, это, наверное, с выбора региона. В вашем AWS вам нужно будет выбрать регион US East 1, Вирджиния, он в самом верху находится. Выбираем его. Далее, что вам требуется? Вам необходимо будет сделать группу безопасности для того, чтобы вы тот инстанс, который вы создадите, вы могли использовать группу безопасности. Поэтому переходим сразу же в Security Groups. Я здесь уже создал группу безопасности, я сейчас по ней быстренько пройдусь. Относительно группы безопасности, то есть вот здесь кнопочка есть «Создать группу безопасности», и там будут некие шаги, которые позволят вам создать эту группу. Я уже создавать ее не буду, потому что я буду использовать текущую группу безопасности, я лишь покажу детали, что в группе необходимо будет обозначить. Так, входящие порты и вообще входящие правила для этой группы безопасности. Ну, соответственно, SSH вам необходимо будет сделать на 22 порт, когда вы здесь выберете, он автоматически станет. Единственное, я здесь поставил абсолютно от любых IP-адресов. Я рекомендую все-таки, если вы уверены, что вы будете использовать там, один ноутбук и одну точку доступа, с которой вы будете заходить на AWS, то, конечно же, указывайте My IP-адрес. Он определит адрес, и, в принципе, все, кроме вашего текущего адреса, с которого вы заходите постоянно в AWS, никто не сможет зайти. Но это, в принципе, самое главное правило. Следующее. Вот это два правила для DigiX и для всех фреймворков по HTTPS. Это рекомендация самой NVIDIA для HTTPS 4.4.3 порт. Для DigiX рекомендуют TCP кастомный выбрать 3448. Это, в принципе, все, что нужно будет сделать вам по этой группе. Вот, с группами, в принципе, разобрались. Следующее. Для того, чтобы создать инстанс, вам необходимо перейти в группу инстансов. У меня здесь как раз вот я все почистил. Инстансов нет никаких. Нажимаем кнопочку «Создать инстанс», переходим в Marketplace, и здесь вам нужно будет вбить ключевое слово NVIDIA, и выбираем NVIDIA Deep Learning AMI, вот эту. Нажимаем «Select». Так, здесь, в принципе, показываются сразу же расценки. Здесь вот кроме ценообразования есть полезные ссылочки на документацию от NVIDIA, в том числе то, что я сейчас рассказываю, есть в текстовом виде. Можно будет это все подробно почитать, если возникнут вопросы. Здесь, в принципе, жмем «Далее», продолжаем. Регион у нас выбран. Группа Security у нас есть. Так, здесь вот, в принципе, сама NVIDIA рекомендует выбирать сервера P3. Также в документации, я скажу сразу, что ну, пока еще не просматривали или просматривали, есть еще P4, также сервера с GPU, которые поддерживают архитектуру Volta. Вот, мы будем выбирать самый минимальный с возможностью, там, по-моему, Tesla 1000 или Tesla 100, могу ошибаться. Карточка Tesla стоит. Вот, P3
2x large. Вот этот мы будем выбирать. Поэтому что мы делаем? Мы переходим в фильтрацию, выбираем сервера, сервер P3. И вот здесь в списке он по умолчанию сразу же выбран уже. Далее мы здесь нажимаем продолжить конфигурацию. Здесь я ничего не менял. Если у вас есть яркое желание настроить очень узконаправленно для себя инстанс, можете почитать документацию по AWS конкретно на NVIDIA-овском сайте. Я здесь оставляю, в принципе, все как есть и продолжаю. Здесь остановлюсь по поводу сториджа. Сторидж я никогда не создаю на инстансах, скажем так, я не создаю его дополнительно, чем то, что есть на инстансе уже. В моей практике было так, что были и ошибки, конечно же, что я вот здесь конфигурировал инстанс, и, соответственно, дополнительное место под хранение мне еще калькулировали в моем бюджете AWS. Соответственно, я стал избегать этой функции, и даже сам AWS в своей документации, в своих курсах по сертификации рекомендует отдельно использовать некий volume, то есть некое внешнее хранилище, где вы будете хранить свои данные. Чем это удобно? Когда вы используете внешнее хранилище, это как вот ваш внешний жесткий диск, ваша флешка, либо где-то есть в облаке, там, где есть ваш бэкап, то место, где независимо там, от вашего ноутбука, от вашего персонального компьютера, от какого-то компьютера, на котором вы работаете, вы абсолютно отделены. То есть то, что вы сделаете, все ваши файлы, вся ваша история, оно будет на волюме. Ну, в принципе, мне кажется, это логично. Соответственно, здесь мы ничего не выбираем. Здесь продолжаем. Можете здесь добавить тег. Ну, допустим, я себе добавлю GPU ML. Ну, а здесь напишу так. Далее конфигурация групп безопасности. Можно, в принципе, сделать следующим образом. То, что я немножко раньше рассказывал о создании групп, можно на этом шаге создать группу безопасности и здесь же ее в эту же группу добавить правила. Я буду использовать существующую группу. Вот она у меня есть, My Instance ML. Я выбираю его и, в принципе, вот то, что я рассказывал, все те правила на порты, на тип портов, оно уже здесь вот вводится у меня. Далее review и launch запускаем. Ну, здесь кое-какие нюансы мне говорит о том, что вы выбрали 80-й порт, то есть по SSH не с вашего IP-адреса, поэтому настоятельно рекомендуем переконфигурировать группу безопасности. Так, ну, я это делаю в целях демонстрации, поэтому я в любом случае это все поправлю и инстансы я все у себя удалю. Окей, далее нажимаем Launch. На этом шаге вам необходимо будет создать ключ, некий PAM-файл. Это ключ приватности, через который вы сможете заходить по SSH. Ну, если далеки в этом, то рекомендую почитать, потому что ключи безопасности на ваши сервера, на ваши, то ли это хостинг, то ли это облачные вычисления. Но это одно из фундаментальных правил, мне кажется, стоит использовать его, если провайдер, поставщик облачных вычислений вам дает такую возможность. Вот. Я не буду создавать новый ключ, я буду использовать существующий, я уже его создал, я сохранил его в нужную мне папку. Сделать это нужно будет следующим образом, то есть вы нажимаете здесь «Создать новый», вам выдает поле, в котором вы впишете имя ключа и скачиваете его. Ну а дальше, когда мы будем запускать инстанс, там будет возможность указать этот ключ.
Окей, я здесь выбираю свой ключ, который у меня уже существует. Я его немножко раньше создал для этого видео. Нажимаем галочку, соглашаемся использовать доступ по ключу для этого инстанса. И запускаем сборку инстанса. Отлично. Довольно быстро у нас все собралось. Давайте просмотрим. Так, ну по инструкции, я думаю, не стоит. Здесь я рассчитывал, здесь будет немножко больше. Окей. Давайте просмотрим инстанс. Заходим во все наши инстансы. Уже работает. Нам нужно теперь сделать volume и приконнектить его к текущему инстансу, который мы создали. Но пока мы не перешли в volume и создание процесса создания volume, давайте вот посмотрим, в каком регионе у нас инстанс. Это важная штука, потому что при создании volume нужно будет этот регион указать. У нас находится инстанс в регионе US East 1D. Давайте запомним его. И идентификатор нашего инстанса мы скопируем. Зачем это нужно? Далее переходим в наши волюмы. Категория Lasting Block Store Volumes. У нас уже здесь есть один волюм. Мы его не трогаем, то есть мы его не конфигурируем, не изменяем. Это волюм, созданный инстансом. Можете, конечно, поэкспериментировать, но в моей практике было так, что я дополнительные потом денежки тратил на то, чтобы за измененные волюмы, которые вследствие создания инстанса появились, мне нужно было доплачивать. Поэтому создаем отдельный волюм. Ну и в принципе, вы же понимаете, что если вы убили свой инстанс, вы его там остановили, все данные затерлись. Поэтому я использую только отдельные созданные волюмы. Окей, здесь ничего не меняем. Тип волюма SSD GP2. Здесь 100 показатель гигабайт оставляем. Зона. Зона у нас была 1D. Выбираем ее. Идентификатор не обязательный. Шифрование как хотите. По-моему, по зашифрованию там какую-то плату еще берут. Не уверен. Тег делаем здесь. Дата. Здесь. Подсказки. Volume для моих датасетов. Вот, создаем volume. Volume поднимается гораздо быстрее, чем instance. Все, он доступен. Следующее, что нам нужно сделать, нам нужно его приконнектить, то есть нам нужно приоттачить наш volume, созданный только что, к нашему инстансу. Либо выбираем Volume, либо Action, либо же вот здесь правая кнопка, либо на Touch Bar, если используете ноутбук. Attach Volume. Здесь при выборе этого поля, при нажатии на это поле, вам выбьет все ваши инстансы. Но мы, в принципе, его копировали. Я знаю, что он совпадает. Я могу его сюда сейчас вставить. В принципе, это он же и будет. По умолчанию метка нашего тома она создается. Ну, в принципе, можете написать какую-то свою. Там, при монтировании, потом, когда мы будем файловую систему создавать, там, когда зайдем на инстанс, мы эти все вещи, в принципе, увидим. Там, если что, можно будет. Это не важно, на самом деле, на текущем этапе можете любую метку создать. Оттачим. Так, какое-то время, но я думаю, в принципе, довольно быстро это все происходит. Пока это все монтируется, мы переходим в наши инстансы. Здесь нажимаем Connect нашего инстанса. Выбираем SSH клиент. Я через терминал буду коннектиться. И вот, в принципе, идет некий такой пример этого всего. Хочу по этому примеру немножко пройтись, потому что у них правила на Амазоне часто меняются, и еще недавно у них были вот PAM-файлы,
Я выбрал регион, вот Вирджиния, и у меня там .cr файл. Соответственно, то есть скопировав, у вас могут быть ошибки кое-какие. И не всегда root собачка пускает на Amazon, хотя и правила есть, и в группах security все нормально описано в этом плане. И поэтому мы сейчас немножко поправим эту команду. Открываю наш терминал. Я уже в папке, в которой у меня ключи мои лежат. Вот, допустим, я немножко ранее использовал PM файл, и сейчас вот я создал под этот инстанс почему-то файл CR. Возможно, в зависимости от типа инстанса или от... Хотя, в принципе, это же всего лишь файл при создании... То есть, по сути, security ваше. Окей, не буду сейчас на этом останавливаться, могу здесь ошибаться, но мне кажется, это в зависимости от региона почему-то так изменилось. Окей, что нам нужно? Нам нужно будет вот эту команду скопировать. Мы сейчас внутри находимся. Единственное, что здесь поправим. Нам нужно здесь поправить не root, а Ubuntu написать, user. Далее нам нужно будет не PM файл, а .cr. И в принципе все, коннектимся. Немножко больше сделаю. Все, мы внутри нашего инстанса. Нам, в принципе, уже это не нужно. Поэтому все, смотрим. Далее. У нас инстанс развернулся. Что у нас здесь есть? Давайте проверим NVIDIA SMI. Так, у нас CUDA версия 11.2 стоит. У нас стоит Tesla V100. Вот то, что я вначале говорил, немножко ошибался. Не 1000, а 100. С 16 гигабайтами памяти. Для обучения, для тестирования, для R&D каких-то небольших проектов этого более чем достаточно. Ну и, соответственно, вы имеете полную мощность этой карточки. И в сравнении с тем, если вы использовали, допустим, тот же Google Cloud и эту же карту, там мощность вам все не дадут. Окей, дальше. Что нам следующим этапом нужно будет сделать? Нам нужно будет с нашим волюмом разобраться. Есть такая команда. LSBLK. Вот, и смотрим. В принципе, наши вольмы. Вот наш диск, наша метка, то, что мы с ним сделали. Так, XV TF 100 гигабайт. Наш диск. Так, нам нужно будет создать сейчас файловую систему здесь. Делаем следующим образом. Так, файловая система у нас есть. Я здесь немножко остановил видео и посмотрел официальную документацию Амазона. При любом волюме, который вы создаете, потом оттачите, нужно будет, ну, в принципе, это логично, для того, чтобы ваш волюм монтировался в какую-то папку, вы могли пользоваться инстансом автоматически, как только он запускается, вам нужно будет примонтировать. Поэтому я создал папочку в Data. И примонтировал к этой папке наш диск с этой меткой. Тоже хочу остановиться. В принципе, в документации AWS это подробно расписано, но в целом при монтировании, при автоматическом монтировании волюма необходимо будет в конфигурационный файлик вот этот fs-tab дописать идентификатор нашего волюма. Ну, соответственно, он у нас уже он примонтирован в папке. Нам нужно будет его прописать сюда. Вот так выглядит команда. Ее, в принципе, можно будет найти на амазоновском сайте по документации.
Далее все это дело мы сохраняем. И в принципе все. Далее при разворачивании нашего инстанса, то есть если мы его перезагружаем, если мы его стопаем, то есть у нас будет автоматическое монтирование этого волюма. Окей, в принципе, вот, наверное, это все, то, что касалось монтирования, создания инстансов, монтирования волюма, создания инстансов, групп безопасности и в целом по аккаунту AWS. Пока смотрел документацию, я обнаружил такую особенность, я на ней не остановился в начале ролика, но есть нюанс с лимитами на виртуальное CPU. При создании волюма, если у вас будут возникать вопросы, связанные с лимитами виртуальных центральных процессоров, вам необходимо будет оставить заявку на сайте Amazon. У них есть форма для этого. Вам, в принципе, выдаст сообщение о том, что лимитов у вас недостаточно. Просто когда я создавал инстанс, у меня эта подсказка не всплывала, потому что я ранее, в принципе, для своего аккаунта все эти процедуры уже сделал. Но в целом, в принципе, там ничего сложного. Нужно будет подать заявку, и в течение там нескольких часов вам эти лимиты подтвердят. Вот. Расчет лимитов есть. Сейчас эта ссылочка. Вот она. Вот, как рассчитываются лимиты, в принципе, вот есть такая ссылочка, я эти все ссылочки в описании все оставлю, вы посмотрите. Конкретно для текущего инстанса скажу, что в принципе, где он, вот, P3, 2xLarge. Вот как рассчитываются инстансы, можно здесь все почитать, ну и, соответственно, оставить заявку на то количество лимитов, которые вам нужно будет. Так, следующим этапом я хочу уже настроить Transfer Learning Kit и все, что будет с ним связано для NVIDIA. Наверное, я все-таки это выделю в отдельный этап, потому что это уже касается конкретно инструмента Transfer Learning Kit. Сегодня мы сделали основные вещи подготовительные для нашего виртуального сервера с GPU. У нас есть драйвер, у нас есть докер. Вот, драйвер у нас довольно, наверное, последний, 11.2, насколько я знаю, на текущий момент записи видео, это последний драйвер NVIDIA. Карточка GPU на этом инстансе у нас уже есть, волюм у нас создан, мы автоматическое монтирование волюма к папке data сделали, поэтому все датасеты, которые вы будете загружать, они будут, ну, загружайте их в папочку data, и, соответственно, они будут на вашем волюме. Ну и как следствие, вы удалили ваш инстанс, и ваши данные и ваш волюм не пострадает, будете пользоваться при создании инстансов в будущем. Ну и, соответственно, ваших каких-то настроек, возможно, каких-то Jupyter блокнотов, каких-то конфиг файлов и так далее. Вот, на этом все. Это видео, наверное, такое было обзорное относительно развертывания, старта развертывания Transfer Learning Kit и в целом посвященное GPU серверу на Амазоне. В следующем видео мы уже поговорим подробно о Transfer Learning Kit и начнем реальный проект монтировать к нашим данным. То есть мы скачаем данные, наши данные распакуем, приведем их в тот вид, который необходим для Transfer Learning Kit NVIDIA, и запустим обучение. Ну и сделаем небольшой такой инференс прямо на клауде в виде, возможно, видео, возможно, картинки. Вот. Ну и дальше поговорим уже относительно того, во что можно преобразовать нативный движок
инференса для семейства NVIDIA, то есть Jetson и другие карты. На этом все. Всем спасибо. Буду рад комментариям, новым подпискам. Всем пока.